Выкрик одного из полицейских «Ложись, Бандера!», прозвучавший во время столкновения, как оказалось, больно ранил нацистов, и власти пришлось реагировать. Генеральная прокуратура завела на сотрудников дело за превышение служебных полномочий. И хотя задержала 40 радикалов, пытавшихся забрать из райотдела своих сторонников, к нападавшим у прокуроров претензий почему-то нет. Извиняться пришлось руководству МВД Украины. Более того, полицейские чины сейчас размещают в соцсетях свои фотографии с подписью «Я Бандера» и признаются в своей глубокой симпатии к тому, кто 80 лет назад проводил массовые убийства и этнические чистки. Ряд политиков в Польше и Израиле уже выразили протест по поводу действий украинской полиции и пригрозили, что закроют въезд в свои страны любителям Бандеры в погонах. Извинения генералов и признание в том, что они бандеровцы, это настоящее предательство. Своих подчиненных, тех, кого они бросают под танки. Я не бандеровец. Предлагаю провести свой флешмоб. Я лучше уволюсь и погоны свои сожгу, чем извиняться перед гопниками из Си-14 буду. Вот это называется внутренняя оккупация. Мне нужна полиция, которая стоит вне политики и защищает всех граждан, независимо от их взглядов, включая тех, кто терпеть не может бандеровщину. Я не бандеровец. Извинения начальства и паскудные постики вроде «я полицейский», «я бандеровец» после задержания реальных боевиков роняет авторитет полиции ниже плинтуса. Мы видим перед собой операцию, цель которой — отстранить полицию от наведения порядка, унизить полицейских и дать волю беспредельщикам-активистам. К Европе мы приблизимся только в том случае, когда повторим вслед за парнем «Ложись, Бандера!» и наведем, наконец, порядок. И поверьте, они разбегутся и лягут, им не впервой.